Я не смогу нести больше. Я не смогу нести больше.
Какая жалость! Темнота уже начала мне нравиться. Здорово, салага. Приветствую. Я Месхив, капитан этого корабля. Хожу по двум морям и иногда до Кингспорта в Вестмарше. Правда, я уже давненько нигде не был. Джархин приказал мне оставаться в порту. Говорит, я могу ему понадобиться. Thank you.
этот Харадримский куб очень ценная вещь. Труды ордена гласят, что с его помощью можно восстановить Харадримский посох. Для этого используй куб как свиток. Когда он откроется, помести в него обе части посоха и примени его преобразующую силу. Кстати, у куба есть и другие алхимические свойства. Например, он преобразует 6 самоцветов и меч в длинный меч с гнездами. 2 колчана арбалетных стрел преобразуются в 1 колчан стрел для лука. А 2 колчана стрел для лука дают 1 колчан с арбалетными стрелами. Другие рецепты тебе нужно отыскать самостоятельно.
перегружен. Я слышал, тебе удалось изгнать Андериэль обратно в преисподнюю. Я впечатлен. Наверное, это было нелегко. Меня зовут Дрогнан, и я знаю, с какими силами ты сражаешься. Обязательно взгляни на товары, которые я выставил на продажу. Я изучал старые записи, пытаясь понять, где... Позволь дать тебе совет. Жаль, что у меня нет времени изучить это удивительное измерение.
неудержимый глупец. Гробница Талрашин находится по ту сторону портала. Но знай... Thank you.
невозможно. Это невозможно. Не могу. Не могу. Добрый день. Андриэль мертва, и теперь я могу вернуться и как следует снарядить разбойниц. Закончу свои дела здесь и отправлюсь обратно в монастырь. Скажи, если захочешь поехать со мной. Город обсуждает весьма неприятные новости. Получается, мы зря считали, что здесь безопасно. Спасибо. Мы все обязаны тебе своей жизнью. Ну что, теперь ты направишься к гробницам? Говорят, они очень далеко, в самом сердце пустыни.